Досі до кінця не розкритий, але вже доволі звичний термін децентралізації охоплює багато сфер життя області. І саме Дніпропетровщина є лідером із впровадження територіальних громад. Нові продовжують створюватися, а існуючі діляться досвідом. Про теперішній стан децентралізації розкаже нам сьогодні гість нашої студії, перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман. Добрый вечер. Добрый вечер. Как я сказала уже, да, очень часто звучит этот термин, но тем не менее, давайте вот с хорошего, какое место сегодня Днепропетровская область занимает по количеству созданных территориальных громад? Термин с длинным названием, да. Но место хорошее. Вы знаете, мы в прошлом году начали эти процессы, при том, при всем, что закон гласит о добровольности. У нас 34 громады будет в этом году. Сейчас вот следующие выходные уже выборы в Кременчанском районе. Там 3 громады будут выбирать своих голов. И мы в прошлом году создали 16 и 18 в этом году. И надеемся, что в следующем году мы вообще назовем год децентрализации. Мы полностью пройдем процессы и образуем 87 объединенных, украинских спроможных территориальных громад. Какие полномочия получают, для чего это нужно и какие результаты? Вот, все очень просто. Где все деньги раньше были? То есть деньги в районном бюджете, и в областном бюджете, и в государственном бюджете. То есть теперь этот ресурс остается в сельских территориях. То есть мы говорим все время, чтобы село не умирало, чтобы оставались молодежь там работать, для того, чтобы строились дороги, детские садики, фельдшерско-акушерские пункты и так далее. То есть поэтому все деньги остаются там. 60% от налога на доходы физических лиц, акциз, налог на недвижимость и так далее. То есть теперь глава, которого изберут, там тоже будут депутаты районные. Но это люди, которые ходят там по дорогам, живут рядом, соседи и так далее. То есть они будут распоряжаться бюджетом. Мы совершенно не вмешиваемся в процесс, но мы выстраиваем стратегию, что главное сегодня вы на сельской территории. Мы учим, советуем, потому что, ну, вы же прекрасно понимаете, что сегодня специалистов в районах мало, не говоря уже о сельских территориях. Поэтому, конечно, нужно учить, как планировать бюджет, как писать инвестиционные программы, как принимать программы социально-экономического развития. Это, в конце концов, как потратить деньги, которые у тебя есть. Поэтому, конечно, мы их учим. Ну, как потратить, мне кажется, это легче. А вот есть ли проблемы вообще с их получением? У нас всегда в государстве были проблемы с... То есть на бумаге они есть, эти деньги, а вот в реальном количестве их получить сложно. Такого ресурса. То есть они доходят до... Нет, они доходят, потому что это бюджет, это налоги. Они остаются просто там. Раньше они уходили в областной бюджет, государственный. Сейчас они остаются там. Налог на доходы физических лиц. Поэтому, конечно, бюджеты увеличились в некоторых территориях от 2 до 10 раз. То есть, ну, они никогда, сельские территории, таких денег никогда в жизни не видели. Но если назвать сейчас цифру, 600 миллионов, которые получили громады. Ну, то есть это за всю историю независимой Украины никогда такого ресурса не было. Ну, сумма звучит, конечно, хорошо. Да. Сумма звучит хорошо. Поэтому, конечно, что для них должно быть главное? Для них главное, чтобы люди остались в селе, чтобы они не ездили никуда. То есть сделать дорогу. Мы даем преференции. При том, при всем, что еще с областного бюджета, то есть у нас есть, ну, конфетка, как так называемая, да, если объединяется территория, мы говорим, помимо того, что у вас прямые отношения с бюджетом Украины, и вам остаются деньги, мы вам даем еще ресурс, мы даем школьный автобус, мы даем компьютерный класс, класс английского языка, мы даем энергосберегающие все технологии на школы, то есть, а потом уже громада решает, и это видно. Вот что главное. А приведите пример, вот какие есть реальные достижения, там, что открыто, что построено за все это время. Но опять-таки, деньги звучат, есть вот какой-то пример. Ваш уважаемый канал был, когда был у нас президент Украины, это Слобожанская громада. Вообще впервые детский садик появился с нуля на уже спроможной территориальной громаде. То есть таких детских садиков европейского уровня никогда не было. Поэтому сегодня мы образуем опорные школы. То есть если сегодня поехать уже на наши территориальные громады, там Солнянский, Апостоловский район, это опорная школа. Что это такое? То есть если раньше дети ходили в школу, которая находится в 5 метрах
Ну, безусловно, я не хочу обидеть там директор школы, брат, сват, кума, ну, родственник. Удобно, да, и, конечно, это уровень образования очень не тот, который мы хотели бы видеть молодого человека. Потому что ЗНО он, к сожалению, не сдает. Поэтому мы образовали опорные школы. Там, где старшеклассники могут получить хорошее знание украинского языка, английского языка, получить и сдать ЗНО. Но мы даем преференцию. Мы делаем дорожку к этой школе, мы дарим автобус для того, чтобы детей привезти. Мы реконструируем или достраиваем. И то есть эта школа дает эффект. То есть поэтому вот во всех территориальных громадах появятся такие школы, уже появляются. И у нас в этом году в перспективе еще 5 таких школ. То есть такого не было. Вот. Я поняла. А вы слышите, что говорят местные жители? Они довольны, недовольны? Есть какой-то контакт у вас? И есть ли противоречия? Вот, я не знаю, вы советуете одно, а люди хотят там дорогу нам надо. Люди, например, довольны. Люди довольны. Могут быть недовольны местные элиты. Ну, конечно, вот там кто-то, допустим, пример Апостоловского района, там уже районного совета или районная администрация не существует так, только на бумаге, потому что там образовались территории, которые разделили этот район, громады. Да. Поэтому понятно, что количество какого-то чиновников, которых, конечно, осталось без зарплаты или останется без зарплаты, но это нормально. То есть и пусть устраиваются на работу, если их возможности и компетенция соответствуют сегодня. Пожалуйста. Не жалуете вы чиновников местных? Я за профессионализм. Я поняла. Что будет с теми селами, поселками, которые не объединились и не захотят объединяться? Или таких не будет? Смотрите, слава богу, у нас в области все очень спокойно. Если вы видите, в других областях проходят процессы разные. Там существуют еще национальные интересы, например, в Закарпатье. То у нас люди видят ровно и спокойно. То есть у нас хорошая команда работает для того, чтобы рассказывать, почему это нужно делать. Но скажу откровенно, что закон принят, но в 2018 году может произойти такая ситуация, что если территории не будут объединены, то тот перспективный план, который мы утвердили, кабинет министра утвердил, просто уже, так сказать, не в добровольном порядке, а в порядке... А, будет принудительно, да, обязан. Все может быть, но я надеюсь, в области у нас до этого не дойдет. То есть... Почему не хотелось бы этого? Потому что территория объединяется, просчитывая, насколько им выгодно друг с другом объединяться село с селом. Транспортно, социально, инфраструктурно. А когда это все делается с каким-то методом сверху, это, наверное, неправильно. Поэтому мы попытаемся в следующем году полностью закончить этот процесс на добровольных. Не будет так, что село погибнет, например, да? Вот ему скажут, для этого и децентрализация делается, потому что, наоборот, село погибает без того. Я вам скажу честно, что в сельских территориях там у них 3 копейки денег всегда было. То есть они все время, я знаю всех, уже давно работаю, сельских алу, которые приезжают, говорят, дайте на дорогу, дайте, у меня там крыша падает в школе. А сейчас у него есть деньги. Пожалуйста, бери, трать на школу, на фельдшерский пункт, куда хочешь. То есть ты решаешь, твоя громада решает, куда потратить. Ближайшие планы хорошие, что у нас планируется открыть, я не знаю, вот, может быть, еще даже в этом году или в ближайшем новом году? Ну, мы хотим, во-первых, во всех громадах центры предоставления админ-услуг. То есть поэтому, опять же, и в системе онлайн можно будет оформить, и люди не будут никуда ездить, опять в районный центр. Мы работаем сейчас с нашими международными партнерами, выделяем ресурсы из областного бюджета, поэтому у нас во всех громадах будут центры предоставления админ-услуг. Ну и главное то, что те приоритеты, которые мы и при принятии бюджета областного используем, то есть это система образования, система здравоохранения, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство. То есть если мы это сделаем, это большие инфраструктурные проекты, например, у нас есть села, которые не имеют воды. Мы хотим реализовать в этом году несколько, построить водогонов, и люди получат, 40 тысяч получат воду. То есть это хорошо, хорошо. Естественно, это основные направления. Вы сказали, что у нас вот все хорошо, ровно проходит, а вот все равно спрашивают, какое место сегодня Днепропетровская область занимает по количеству. Мы в лидерах, потому что Тернопольская область... Вы так корректно не хотите никого обижать. Да, Тернопольская область, она... координируется кабинетом министров, а мы сами этим занимаемся, поэтому у них 36 громад, у нас 34. То есть мы еще круче, да, получается, что мы способны... Мы очень скромно об этом говорим, то есть вот мы хотим... Почему?
довести до логического завершения, чтобы люди были довольны. Поэтому мы в передовиках, и это главное. Ну, главное то, что люди получают то, что они хотят. Замечательно. Сегодня на этом закончим. Хорошая точка. Спасибо за визит к нам в студию. Спасибо. Я ще раз нагадаю, Олег Кужман був гостем студії, перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації.